Итак, ребят, всем привет, с вами Влад КМП. Сегодня у нас будет анонс фильма, трейлер фильма будет выходить где-то в феврале, скорее всего, либо в третьем месяце. Сегодня у нас вот, то есть это у нас февраль, где-то в марте, возможно, выйдет. Отснято очень дофига материала. То есть мы уже с какого года ведем съемки? Это статистика моего канала, кстати, за последние 28 дней. Давайте зайдем в мой канал. Менеджер видео. Сейчас он найдет. У меня по интернет маленький потупенький. Трейлер. Оп. Вот. То есть с марта прошлого года, то есть съемки, можно было бы сказать, идут целый год. То есть вот я тогда еще даже монтировать не мог, там что-то Дмитрий Андреевич. Имя изменилось главного героя. Это я вам скажу. Была изменена начальная сцена прилета в Южный. То есть человек, наш главный герой, прилетел из Лас-Вентураса в Южный на данном самолете. Там еще был мой косяк, то что... В самолете запрещается вот курить и пить спиртные напитки. Желаем вам приветствовать компанию Аэрофлот. Аэрофлот, да? А тут Аэрокоста. Ну, ладно. Это косяка не будет. Маленький спойлер, то что также действия будут идти в тюрьме. То есть специально мы просили администрацию нас посадить в тюрьму, или же мы туда сами как-то побирались. Да, такие моменты были. Бывало то, что нам адвокаты нас туда затаскивали. Вот этот момент корявый, кстати, будет переснят. Ну тут уже видно то, что 23 марта отснято. И выложено это все было 23 марта. То есть там это все в спешке было. То есть уже планы на фильм были, но начальные моменты были отрезками. Был переработан начальный план переговоров дежурного. То есть будет, можно сказать, переговоры как в реальности, в полете. Попытался максимально сделать похожим аэропорт. То есть та часть съемок шла в МТА Сан-Андреас. То есть вот МТАшка несколько. Вот и вот. То есть там делался маппинг, я сам делал. И там это уже все дело расставлялось. Далее. Я съем случайно это. Ладно. Вот на этом сервере все снималось. Вот у вас айпишник. Вам видно, в описании тоже он будет. Падал Ронкс какой-то. В общем, ребят, фильм будет достаточно интересный. Ну, как по мне. То есть материала отснято фиговая куча. Кстати, скоро Евротрак выйдет. Я его все никак не домонтирую на самом деле. Вот я вам даже сейчас открою. Да, у меня репак. 12-й прошка тоже была репак. Ну да ладно. В общем, вот такой вот у нас анонс. Ждем фильм. Первый показ фильма будет на стриме. То есть стрим прошел, показ закончился. Все, стрим моментально удаляется. Моментально. Вот, нате вам, кстати, первый моментик. Вот, нате. Моменты. Смешные моменты. Будет нормальное время. Поэтому все, поехали. Вот так вот. Все как-то вот так вот. Ладно, ребят, все. Спасибо за просмотр. Ждем премьеру фильма. Всем удачи и всем пока. Сейчас до 5 минут дойдет, чтобы уложиться прямо. Уп, уп, две, одна.